буквально еще полгода назад. Этим летом здесь проводились фестивали, и никаких проблем и претензий, значит, к этому не было. В этом году, значит, вот наше первое письмо с Комитета культуры был, ну, на мой взгляд, немотивированный отказ. Помните меня, да, как магистра Тевтонского ордена? Ну, Тевтонский магистр Павел. Я с папской буллой к вам. Анинские укрепления находятся в неудовлетворительном состоянии. Вы тут ссылаетесь на акт. Вот хотелось бы знакомиться с этим актом. Ни номера, ни даты. Да. Для того, чтобы знакомиться, необходимый запрос. И данные документы находятся в департаменте по охране памятников. Что-то нам предоставляется, это какое-то другое место? Или просто не будет фестиваля, и все, и черт с ним? Потому что другой территории, которая вообще территория, где проводишь какие-либо мероприятия культурного значения, непосредственно связаны с администрацией тех территорий, на которых они проводятся. То есть комитет культуры таких территорий нет? Не могли бы выйти? Это все зависит от комитета культуры. Будьте в данном случае, когда мы находимся. Пожалуйста, выйдите из кабинета, потому что мы работаем, вы нам очень мешаете. Уничтожение, понимаете, хобби и истории. Сотни людей обрекаете. Что вы говорите, что мы тут не должны себя защищать, что ли? Как так-то? 4 года назад Комитет культуры сам приглашал нас на проведение мероприятий в Выборге, в замке, на территории Анинских укреплений. И турнир всегда был, можно сказать, жемчужиной в короне реконструкции. И участие здесь, естественно, очень важно для всех нас. Последний оплот остался Анинские укрепления, на которых мы собираемся уже 22-й раз. Готовишься год, то есть как бы и все, то есть что-то делаешь, чему-то учишься, то есть как бы хочется и показать. Ну, конечно, очень обидно, жалко. Здесь не происходит никаких работ. Крайне возмущает вот эта вот позиция, что люди, мотивируя это какими-то своими личными корыстными целями, пытаются запретить нам выступать на турнире. Если 5 лет назад по несколько фестивалей проводилось в Ивангороде, в Карелии, там, в Выборге, в Выборгском замке, то в конечном итоге все это пропало. В 2008 году мы начинали именно с этого фестиваля. Мы сюда приезжали, мы еще ничего не знали. Мы делали самые простые шлема даже из ведер. Это наша самая первая была реконструкция. Мы тогда еще плохо знали историю. Мы не понимали, как должны выглядеть рыцари. Вот. И это все мы изучали. Изучали для того, чтобы раз в году или несколько раз в году показать то, что мы сделали за год всем зрителям. Альтернатива простая – это уходить за границу, где реконструкторов любят, потому что они живают историю. Это же не просто мы показываем камни, мы показываем, как все это происходило на самом деле.